Ой, сейчас опасно атакует какие-то Хамарбил. Сундин, по-моему, 17 номер. Ой-ой-ой-ой-ой. С трудом сейчас Хамарбил. Ну, человек располагает, а Сундат, точнее, наоборот. Ой. 1-0. 19-я минута. Сейчас хороший момент. Егор Шицков ходит в штрафную. Что? Свисток молчит. Не то, что в Кубках мира, а вообще. Вот сейчас Сергей Почкунов сейчас разогнался со своей половины поля. Ну что? И что? Постараться. Ой, какая сейчас ошибка, выход 1 на 1, 24-й. Ну, поактивнее действует во втором тайме, но не восточники, но, правда, дивиденды не выносит. Шицко, еще одна попытка в одиночку войти в штрафную, удар, ну, наконец-то, гол! Молодец, Егор, здорово! 35-я минута матча, 3-1. Хольмберг, мощный выстрел. Тот же самый Йоран Розендаль. Позднее выступавший составит СНТ. Микельсон! Гол! Нет, нет. Все было бы иначе. Господила, передача линии штрафной. Вдовенко! Мяч проходит выше перекладины. Вот примерно аналогично. Удар! Здорово играет Бергвал. Удивительно на самом деле, что в этом году. Ой, сейчас опасный момент у ворот Виктора Яшина. Удар. И четвертый. Мне показывается, что все ярышка братья. Снова удар. Вот сейчас еще одна атака выполнена с Комбинала. Бросок. Вдовенко. Ну снова Шевской бейт на. Ну. Попов. Удар. Вратарь на месте. В атаке Баймова и опасная атака.